хочу кровать у окна. Не, ну я думаю, что она не отказалась бы от места у окна. Самое раздражающее. Вкусный? Расскажи, вкусный здесь? Вкусный? Он с персиками. Раздражающее для окружающих. Тебе здесь дует. Не дует. Дует. Сейчас дует. Раздражает соседку по комнате, что моя героиня слишком жизнелюбивая и сильно разговорчивая. Откуда взялись все эти люди? Да это же я сама их всех и породила. Для нее это раздражение, а для моей героини это жизнь. Я тебе рассказывала, что он был инструктор по прыжкам с парашютом. Неоднократно. Моя героиня борется за жизнь. Она занимается всем, что дает ей движение к тому, чтобы дышать, жить, радоваться, впечатляться. В общем, все, что может ей жизнь предоставить, она все в полной мере пытается это использовать. Ну, безусловно, наша профессия связана с наблюдением. Конечно же, это наблюдение. Наблюдение за людьми, которые старше, за походкой, за руками, за глазами. Ну и, конечно, за каким-то жизненным опытом внутренним, который дает толчок к внешнему, наверное. Моя партнерша Яна Секст. Ты меня этим ужасно разозлила. Да я знала. Ты знала? Так много лет уже знакомы, что, наверное, это уже больше, чем дружба. Столько лет общения не могут не давать каких-то своих результатов. Знаете что? Вы друг другу подходите даже больше, чем я ожидал. Добро, любовь побеждают, и ничего другого быть не может в нашей жизни.